И всем привет, ребята! И сегодня мы будем играть такую игрушку под названием Roblox, а в ней есть такой режим Doors. Мы сейчас пройдем до 50-й комнаты. Я попробую, конечно, но подумаю, наверное. Ребят, кто еще не подписался на мой канал, то подпишитесь, пожалуйста. Ну, мы начинаем. Так, ну, уже понятно, я в эту игру несколько раз доходил. Ой, играл, то есть. Но и я дошел до 40-й комнаты, где там был Сик. И мне нужно было бы сейчас, ну, вот это. Как там? Убежать от Сика, но я не убежал. А вот в этой, наверное, убежу. Я не знаю, я попробую, конечно. Ребята, вы в курсе, знаете, есть такой редкий монстр Грич. Я его встречал уже когда-то, но еще встречал глаза в 7-й комнате. Это как понять? С самого начала глаза. Сейчас покажу, смотрите. Раз, два... Нет, в 6-й. Вон, смотрите. Скажите. Я не знаю, глаза можно когда угодно встретить, но мы их обходим. Так, ребят, пока еще свет не моргает. Все нормально. Я, кстати, знаю уже все про эту игру. Как убежать от Сика, как скрыться от Раш. Ой-ой. Что за чудовище? Сейчас пролетит. Кажется, это Раш. Ладно. Когда свет мигает, хочу вам дать подсказку, кто не играл в эту игру, то вам нужно быстро прятаться в шкаф, потому что выходит Раш. А если свет мигает очень много раз в 80-й комнате, то уже прилетает амбуш, и он будет проходить целых 8 раз. Ну так что, ребята, ладно, так, так, шли уже. Ребята, кстати, тут еще есть такая пасхалка, но я попробую дойти до фигуры. Еще свет не мигает, но класс. Ладно. 13-й комната. Когда темнеет в всяких комнатах, тут приходит визг. И знаете, какой он звук издает? Пс. Короче, когда вы должны его найти. Если вы его поздно увидите, то он вас нанесет 20 или 40 урона. То, ребята, знаете, что? Почему я заболел? Ладно. Ребят, короче, смотрите, я сейчас... Вот эти вот стены и светы всякие напоминают мне, что будет хаут. Я, кстати, вся игра знаю. И, короче, если вы посмотрите на визга, то вы уже... Он улетит сразу, и такой будет крик. Ну, такой, конечно, но вы сыграете. И тогда... Ребят, на самом деле, повезло зажигалкам. Повезло, повезло. Ребят, на самом деле, я еще хочу сказать, что... Когда я еще начал играть в эту игру, я посмотрел Робзи или Роблерома. Повезло, как раз таки можно дверь. А, вот и ключик. Короче, я смотрел Роблерома с Робзи, как они играют в эту игру. И уже понял, что там надо делать. Как убежать от Тик. Ой-ой. Так, быстро в шкаф. Так. Ладно, выходим. Так, смотрите. Ребята, не смотрим. Если фиолетовый свет, значит глаза. Вы смотрите на них. Кстати, хочу объяснить. Как, если вас поймают глаза, то вам нужно на них не смотреть. Если вы на них будете смотреть, то они вам будут наносить по 10 урона. Ну так что, ребята, знаете что? Если, смотрите, когда вы заходите до 50-й комнаты, вам нужно там... Когда вы спрятались в шкаф, сыграть в сердцебитку, то тогда это такая игра, где там нужно сердце бить, чтобы у тебя сознание не потерялось и у тебя фигура нашла. На 50-й комнате еще нужно искать книги, чтобы сделать, ну, вот это вот, как там, код. А фигура, хочу сказать, фигура может услышать, она не видит. Это похоже на пылесос какой-то. Ладно, ходячий пылесос. Ну... Короче, ребята, кто не играл в эту игру, я ее оставлю ссылку в описании. Я напишу комментарий вам, кто меня будет смотреть. И тогда уже... О, ладно, ребята, вам в шкафу объясню. Так, короче, смотрите. Когда вы... Если вы не знаете это название, напишите такое название Doors. То, и там вам придет эта игра. И знаете что? Короче, когда вы долго сидите в шкафу, но это у игры можно так долго сидеть в шкафу,
то вас выгоняют оттуда искать. Хайд, хочу сказать. Хайд, просто хайд. Он выбрасывает вас из шкафа, если вы там хотите долго сидеть. Блин, это вы глазастые. Ладно, ребят, но оказывается, что если мигает даже свет, это не раш, это глаза. Особенно на 30-й или 2-й. Ой, какой 2-й? 20-й. Так, тут опять глаза появляются. Сейчас мы, ребят, от Сика убежим. Ну, конечно, я могу от Сика убежать. Так. Сейчас вылезет глазастый камера. Камера из болота. О, все, ребят, пошла музыка. Бежим! Так, так, так. Короче, ребята, этот зеленый цвет вам не кажется, вы там вот это вот делаете. Ребят, бежим быстрее. Только, ребят, если вот будет синий цвет, то вам подсказывает этот автор. Кто? Так, ой, так. Уже. О, забывали. Так, быстро, быстро, быстро. Быстро, один, быстро. Так, ребята, короче, если вы входите за цвет, то у вас получается баг. Ну, не спрашивайте, какой баг. Так, прячемся. Опять раз. Ой, еще очистку получил. Так, смотрите, Rush Parentite. Rush? Или кто? Так, никого нету. Значит, точно никого. Так, мы уже скоро дойдем до 50-й комнаты, ребят. Это рекорд уже будет. За знаете сколько? Я вам не скажу, за сколько ведут. Досмотрите ролик до конца, и тогда уже узнаете, что мы дойдем до 50-й комнаты. И, ребят, я выпущу следующую серию, что где-то там я буду играть всякими, ну, всякими игроками, но я попробую выжить, потому что я в соло уже мог получить вот это вот, как там... Я в соло мог дойти до 50-й комнаты. И когда-то я даже до 40-й дошел в соло. Ну, так что я буду записывать видео. Нам нужно... Ребята, короче, ладно, сейчас подождите. То есть, что сделаем? Так, ребята, если вы хотите... Ладно, ребят, не обращайте на этот голос, это просто вес. Ладно, ребят, короче... Короче, смотрите, если вы, смотрите, хочу вам отчетно сказать, если вы хотите сбежать, то вам нужно передвигаться на шесте. О, она так, пролетает. Да. Вот это порта. Так, ребята, короче, если вы будете тихими, если вы играете на компьютере, на шесте вам нужно нажимать, и вы будете передвигаться очень медленно, потому что вам... Ой, пошло, я уже этот уровень за 8 минут прошел. Вот ты, фигура. Понимаю, какая. Похоже на какого-то скелетонного долбоящика. И короче, ребят, если вы будете передвигаться на шесте, то тогда ваша фигура не увидит. И тогда знаете что? То вас не поймают, вам... Вам еще нужно искать винишки тут, чтобы ввести код пароль и уйти на 51-й комнату. Но я только до 50-й дошел. Я же говорил вам в самом начале. Ну, в середине, короче. Ребят, ну, короче, смотрите. Если вас фигура... Ладно, ребят, просто... Я просто... Слышно ролик сейчас. Так, попробую ввести рандом. 9-9. Смотрел мистер Питер Бой. Ну или делаю уже карту. Ладно, короче, пофиг, но... Попробую ввести рандом. Да. Короче, смотрите. Если вы будете не передвигаться на шахте, то вы сразу фигура будет добавлена. Идем спрячемся. Так, сюда. Надеюсь, фигура тут не близко. Пожалуйста, можно фигура ты. Пронесло, ребят. Смотрите, если вы будете играть в вот эту вот игру, вам
круче надевать наушники, потому что меры такие страшные звуки. И, ребят, еще, кстати, я выпущу ролик, как получить все ачивки в этой игре. И, ребят, вы знаете, что если вы подпишетесь на меня, и мы наберем хоть 100 подписчиков, я получу бронзовую кнопку. Не, или если бы 1000, и получу бронзовую кнопку, то тогда я выпущу первый свой стрим. Первый по всем играм в Роблоксе. Когда-то это такой стрим был уже, но, ребят, не обращайте на кого канале. Только, ребят, смотрите, если вы впервые играете в Дорс, вам случаем зайти на мой канал, подписаться, поставить лайк, написать комментарий, и я вам все расскажу, как в этой игре справляться. Так, фигуры еще нету, я буду целый день сидеть в шкафу. Так, ребята, кстати, хочу сказать, если вы... Так, молчим. Ребята, подождите, нам нужно чуть-чуть помолчать, потому что, знаете что, фигура всегда же... Еще хочу рассказать подробнее. Если вы смотрите на глаза, то вам наносится по несколько урона, которые я уже рассказывал в середине. Еще хочу кое-что рассказать. Фигура еще будет в сотой комнате. Ну, когда я выпущу видео про сотую комнату, то тогда уже будет все нормально, ребят. Не обращайте, это просто мои... Я заболел чуть-чуть. Так, ребят, смотрите. Фигура ушла куда-то. Я хочу вылезти, но не хочу. Она где-то рядом тут ходит. Я ее слышу звуки. Но на самом деле, ребят, хочу вам кое-что посоветовать. Смотрите, если вы выпрыгнете из шкафа и вас фигура найдет, то вам будет очень... Не капец. Еще хочу сказать, фигура смотрит в шкафы. Все монстры, кроме фигуры, не смотрят в шкафы. Еще кроме Фика. Потому что Сик бежит за вами, и вот появляется глаз. Я ее слышу. Слышу ее шаги. Так. Надеюсь, не придет сюда. А, фух, она ушла. А нет, не ушла. Пожалуйста, не надо. Не надо, дядя. Не надо. Не надо, ящерица. Не надо, пылесос. Так, короче, этот монстр похож на какого-то пылесоса безглазого. Ну или ящерицу. Короче, ребят, эта игра очень страшная. Так что она претится за как-то 8 или что-то там. 6 или 0. Короче, и мне сейчас я не скажу, сколько лет. Просто не скажу. Ой-ой, так, она идёт. Началось, опять будет, сейчас сердцебиение. Блин, так, то тут, так. Так, играю. Ладно, ребята, прошли, мы дошли до 50-й комнаты. Ну ладно, ребят, короче, в следующей серии я выпущу, как я дойду до 80-й комнаты, наверное. Ну и на этом было все. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Давид. Всем пока!